Погнали. Всем привет, с вами Зизов ТВ. Сегодня у нас в гостях игрок нашей команды Дмитрий Беляев. Всем привет. Дмитрий, расскажите о себе. Ну, начну с того, что в Доту я начал играть 3 месяца назад. Я являюсь самым, так сказать, юным в игровом деле игроком в нашей команде. И, скорее всего, я начну с того, что я начал увлекаться MMORPG где-то в возрасте 10 лет, и играл я в Perfect World. Играл я долго, где-то 3 года, но потом мне все это надоело, и я перешел на шутеры. В августе мне друг показал Доту, но я сначала, она мне не нравилась. Ну, что-то начал поигрывать, как-то очень сильно затянул меня. Потом Леня пригласил меня в команду, и мы начали уже тренироваться. И я стал очень быстро набирать опыт, и почти вышел на тот же уровень, что и все остальные. Хорошо. Вы хотели вообще попасть в команду? Да, вообще эта идея была наша общая с Леней, и поэтому так спрашиваю, чтобы хотел бы ли я, это неуместно. Мы сами решили и сами создали, и добрали народу. Хорошо. Как вы готовитесь к турниру? Вы же психологически там занимаетесь или вообще? Ну, я очень много люблю сидеть на YouTube, смотреть разные фишки. Например, на канале Virtus.pro или Metagame. Также играю иногда папчики, но в основном я всегда играю с кем-то, чтобы быть уверенным в своем кэрри или мидере. Насчет психологической подготовки, ну, я не очень сильно волнуюсь по поводу турнира. Для меня это скорее не волнительно, а больше интересно посмотреть, какие противники будут, и попробовать себя во всех силах. Хорошо, а вот как вы думаете, ваша вот команда сможет одолеть хоть кого-то? Как вы думаете? Ну, я думаю, что у нашей команды есть большой потенциал, и мы его, если все правильно пойдет, сможем отлично реализовать. Но мне кажется, что нам нужно еще наиграть наши тактики, чтобы было как можно меньше ошибок и больше шансов победы. Хорошо, вот ваш страх вот на турнире, что вы боитесь больше всего? Я боюсь того, чтобы потерять мысль и идею вот от этой всей игры, сбиться с толку и начать просто делать очень много ошибок сразу, чтобы все, я больше всего люблю, когда все идет по плану, и чтобы ничего не происходило спонтанного и так сказать, неправильного. Хорошо. С вами был Зизат ТВ, Дмитрий Беляев. До скорых встреч.